Мы находимся на винзаводе Массандра, Верхнезапрудный. Их всего три. В Алуште, Верхнезапрудное, Головное, Ялте. Вроде. Вру, не вру. Нет. Так, ну, не суть важно. Нас интересуют цены. Цены у производителя, каковы они. Чтобы понимать, если вы у себя покупаете где-то на материке или в другом городе, даже в Крыму, чтобы знали, какие цены у производителя. Давайте пройдемся, нам разрешили отснять цены. Давайте посмотрим, какие цены. Здравствуйте. Так. Я забыл еще раз, подскажите, в Алуште филиал, здесь филиал и в Ялте? Нет, у нас, значит, Судак входит. Судак? Алуштинский так. Завод, наш вот Таврида. Так. Потом Малоречка. Так. Приветно, то есть 9 совхозов. О, понял, понял. Понял, спасибо. Так, ну давайте смотреть цены. Так, начнем от дорогих и пойдем вниз. Ну, самое дорогое — это красный камень, 650 рублей. Это идет десертное вино, как бы изюминка Крыма у нас. Там идет самое меньшее содержание спирта и сахара, там идет 230. Ливадия вот там идет уже чуть дешевле, там 600 рублей. Там тоже идет 13 спирта. Ну, оно будет послаще, там 270 сахара. Ага, прилично. Ну, в основном в десертных винах там идет 16 спирта, а сахара от 160 до 200. Мускателек 150 сахара. Так, а где Бастарда Наст, видишь? Покажите, пожалуйста. Ага, вот Бастарда 490. Я на Новый год брал 750 в каче. Потом по акции где-то видел 490 тоже. Но вот есть вот бывает даже здесь, в Крыму, подделки проскакивают. Не говоря уж на материке на самом деле. Люблю портвейны, прям обожаю портвейны. Люблю. Мне на светлый портвейн белый поручик Голицын, купил я его что-то за 400 с чем-то рублей и оказался подделкой. Такая там, блин. Купить что ли бутылочку? Настя, купи бутылочку, пожалуйста, поручика Голицына. Хорошо? Карточки принимаете, да? Да. Все, замечательно. Буду пробовать, народ, расскажу, насколько это вкусно. Что из полусладких вообще интересного есть? Сухие, какие интересные есть? Да, наверное, все вкусное на самом деле. Сухие вина вообще большой у нас ассортимент. В зимнее время всегда большой ассортимент идет. Каберне, ну, такое более терпкое. Да. Бастарда тоже вкусный. Ой, надо пробовать как-нибудь бастарда. Сапиравили, оно такое чуть менее терпкое будет. Мы, правда, сами в этом году 100 литров вина поставили. Мерло, Санжо везет, тоже такое интересное. Ну, Мерло обожаю тоже. Мы Мерло, кстати, и поставили. И вот сейчас, смотрите, вот есть, кстати, вот сейчас новое вино тоже. Вот Мерло полусладкое есть, Сапирави есть полусладкое, Бастардо есть тоже полусладкое. Сейчас ассортимент вообще большой. Так, а здесь у нас что-то есть интересное? То же самое все получается, да? То же самое, но оформлено. Внизу вот только вот сувенирочка есть, сувенирная упаковочка. Вот это первый раз вижу. Портвейны, фух, Мадера. Круто, прям в коробочке симпатичный. Там 0,5 емкости. Угу. Здесь вот тоже сувенирные упаковочки есть на средней полочке. Ну да, да, вот первый раз вижу. Это уже вкусные вина. Мускаты. Смотрите, какая вина. Прелесть, коллекционные вина. Коллекционные, да. 2001 года урожая. 76. 76, ребята, смотрите. 8474, 76 года урожая. Опупеть. Вот это реально коллекционные вещи. На головном предприятии там есть еще, скажем, год более ранний. Класс. Все, Настя, купи бутылочку вина мне, купи обязательно. Какого? Голицын. Давай покажи, что и карточки принимает, визу Сбербанк. О, вообще замечательно, как раз Сбербанк. Я тоже хочу какую-нибудь. Полусладкая.
красно-белое. Давайте лучше розовое. Розовое. Оно одно, есть, да? Вот, нет, есть мускат. Вот есть розовый полусладкий, есть просто столовое розовое. Давайте мускат. Мускат. Сортов, мускат. 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 Она мускат любит, я знаю. Вот такой с кислиночкой, вот на вкус. Ну вот карточки Сбербанка принимают. Все великолепно. Вот какая необычная мускатная бутылка. Настя, ну что, едем, нет? Да. Ну как, запокаж от завода-производителя. А, буква А, это головное, это на головном винзаводе. А у тебя? Тоже. Тоже А, супер. Ладно, ехаем мы домой. Всем пока.